Всем привет, мои хорошие! И сегодня я решила помыть балкон. Вот так это все делаем. Шланг подключаем. Посмотрите, какой этот. Сегодня я, значит, привела цветочки мои в порядке. Эти в процессе у меня. Отсюда вот пересадила я. Знаете что? Посадила мамардику сюда. Потому что будет много плодов. Розы мои. Я не знаю, что с ними случилось. Ну, вроде бы веточки зеленые. Смотрите, здесь начал прорастать авокадо. Наконец-то у меня тут 3 косточки. Так хорошо эти розочки у меня пошли и вдруг остановились. Не знаю. Все растут здесь. Вот посмотрите, пересадила сюда. Отнесла много цветочков на тот балкон. В общем, буду сейчас заниматься уборкой. Так, хорошо, и заодно загарю. Посмотрите, у меня уже загар. Приняла. Делаем скет и фотосессию. Всем привет-привет. Мы начали. Мои хорошие, вот так вот я принимаю загар. Загар, загар. И приняла, кажется. Такой у меня сейчас чистенький балкончик. Так, ну вот, помыла даже вот такие вот. Потому что знаете, что когда мыло, все, вода зашла вовнутрь. И пришлось это все перемыть. Мои грейпфрукты, картошка. Вот. Тут у меня мята сушится. Вернее, не то, что сушится, а вот здесь вот. Посмотрите, я. Вашингтонов. Кожура потом перетру, и будет такая вкусная приправа такая для сладких сладостей. Так, что там у меня происходит? Вы знаете, что я привела в порядок цветочки мои, распределила. Здесь с этой стороны более-менее нормальных горшках, да. Ну, это здесь я пока, они, видите, как... Вот уже это так поднялось у меня. Вот пересадила сегодня много чего. Видите, мои тетюлики. Вот здесь появилась у меня. Ну вот, там где-то тоже надо горшок будет потом ашкой маскать. Тут тоже рассада. Вот здесь тоже у меня не рассада, а да. А сюда пересадила мамардику. Потому что она будет расти, расти, расти. Решила этот использовать. Ну видите, там тоже много чего. Помыла сегодня все цветочки своей водичкой, все горшочечки, все машочечки. Так, а ну-ка покажу. Вот видите, сушится все, солнышко, прелесть. Какая. Вот у меня здесь готово на тантуне все. Ждем сейчас лаваш, когда принесут с пекарни. Так, мои хорошие, а здесь у меня печень для тантуни. Здесь у меня... Курочка, ну по чуть-чуть сделаю разнообразие. В общем, сейчас я вам покажу, покажу балкон. Представляете, я пока здесь возилась, мой ашкым, оказывается, на другой стороне помыл балкон. Вот такой вот он у меня помощник. Он даже не замечает, что я его снимаю. Сейчас посмотрел. О, Ашкин, привет, привет. Ашкин, не я пьюрсун. Мы сегодня даже не завтракали. Представляете, он так поздно встал, 3:30. Я сказала, давай, слушай, я сделаю тантуни уже, чтобы на ночь не кушать. И вот мы сидим, ждем. Они позвонили, сказали, хлеб только в 5 открывают, и вот ждем лаваш. Ну, в скором будущем я здесь все переставлю, все. Это пока такой зимний вариант. Все переставлю я скоро. Ну,
Вот такую я сделала сегодня перестановку. Все некрасивые горшки. И вот я перенесла сюда. Вы знаете, что все гвоздики я перенесла на эту сторону. Почему? Потому что у меня вот гвоздика здесь, вот посмотрите, стояла. Как она хорошо разрослась на этой стороне. А вот это начало сохнуть. Видите, какая у меня красивая будет. Вот бордовая. Вот красная. Я специально не отрываю, чтобы знать, какая. Здесь тоже бордовая. Это, кажется, белая будет у меня. В общем, это сбор. И это... Вот здесь, это тоже с этой стороны. Мои хорошие, сидим со Шкимом, кушаем тантуни. Все, что можно положить. Какие мы голодные. Поговорили с родителями. Я с мамой поговорила, потом с Анимчиком, с папой поговорили. Такие счастливые они. Пообщались со всеми родственниками. В общем, и сейчас... кушаем. Я себя не показываю, потому что у меня на голове очередная маска. Сегодня добавила и лук к тем ингредиентам. Сейчас чувствую, там у меня пожар. Но эффект видно от лука. Так что вот так вот, мои халюси. Мы кушаем. Очень вкусно. Такой ужин у нас сегодня 6 часов рано. Приятного всем аппетита. И, конечно же, мы смотрим новости. Время 1:30 ночи. Мой Ашкым захотел кушать картошечку. Ашкым. Ачиктын мы, Ашкым? Афиет олсун. Спокойной ночи всем. После жареной картошки, посмотрите. We'll be right back.
Подписывайтесь на мой канал. Со мной вам будет очень интересно. С вами была Светлана Ата.